Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Мапуче Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Ну а теперь видите, Нгулу Мапу 7 стало жилья, здесь 5 жилья за счет того, что... Или он, подожди, на реке? А, он на реке. Вот здесь 6 жилья. Это за счет именно Махенджо-Даро. А, включает... Ха, где бы мне его использовать тогда? Какие я тут клетки хочу включить, но которые далековато. Его можно 3 раза использовать. А давайте вот эти, 1, 2, 3, вот так в сторону араба. Ну, потому что эта клетка, как бы, не особо мне тут нужна. Да, давайте так и сделаем. Лян возьмем. Вообще надо правительственную площадь строить. У меня все города такие маленькие, что не до правительственной площади. Ну я не хочу здесь город ставить, я хочу уже здесь тогда заселяться. Кстати, Люкс, а если я военный лагерь построю, я у тебя клетку не отхвачу эту обратно? Отхватишь, наверное. Я не помню, как там больше. А ты не священками, а или военками? Ну ты посмотри. Я военный. Военками, военками. Блин, плохо. Может. Но я тогда не буду. Но мы в мире. Блин, с тобой. Древние стены надо построить. Мы договорились с тобой, как бы. Я нарушать не буду обещания. Честно говоря, это обещание больше в мою пользу, чем в свою, потому что я сейчас сильно отстану. Не, ну тут неинтересно, ну. Тут так себе город. Тут никто лояльностью на меня не влияет на этом континенте, поэтому можно спокойно использовать. Слушайте, вообще надо поменять уже давным-давно плюс 50. Ну, ладно. Пускай пока так. Торговец завершен. Откуда у меня еще не бегают торговцы? Наг. И на перемапу бегает. Уилья мапу бегает. Пикун мапу бегает. Наг мапу бегает. Осталось из столицы, в общем-то, отправить. Так, монумент я тут сделал. Надо амбар делать, не растет город. Венгер, предложение. Араб, предложение.
надо уже тут высаживаться. Ну что, тоже в Мехико отправим или на производство все-таки? Что у нас здесь? 5 ходов рост. Маяк. Колосс. О. Ого, я бы колосс. А мавзолей в Геликарнасе. О, мавзолей в Геликарнасе, давайте. А что, на твоем континенте вообще негде селиться? Да. Нет, сверху ты, слева араб. Все. Так, давайте здесь тогда торговца один ход. Потом вырубим здесь лес и мавзолей Геликарнасский построим. И на производство, и на еду дополнительно. Я не успеваю опять ходить. Декларацию дружбы они приняли. Где нашли племя? Женеву, ой, Женеву встретил. Мистер Ди, ты можешь не в Мадрид миссионеров загнать, а в Сарагоссу, а дальше я все сам сделаю. Петра у араба. А где Женева? О, под поляк. А, вон где Женева. Так, ну я бы вот тут сейчас поставил где-то город. В этом месте. Тут один ход мы отложим. Здесь, наверное, тоже я буду сейчас торговца вот этого не отправлять. Я хочу в этот город сразу его пропуск хода сделаем. Так, здесь маяк завершен. Жилья дофига. Пускай растет. Колосс, амбар. Давайте древние стены. Надо ускорить. Есть соль, пряности и черепахи на продажу.
Включал, что тут шумели на фоне, опять будут мне писать, что вот, шумно играю. Не очень тут, конечно, совсем уж классный остров, но мне выбирать не приходится, хоть где-то поставить города. Ну и в героическом веке у меня должно быть прилично науки, в принципе. Не хватает политического района. Вот мне политический район тут очень нужен, а я его не могу построить, потому что мало жителей. Нет, смотрите, у меня в пекун мапу быстрее растет, чем столица. Потому что тут, видите, вот этих еды дофига вокруг. Долго думал еще, где тут город ставить. То есть, если бы я сюда поставил, то тут бы еще кто-то влез. Но здесь не так хорошо, как здесь. Место, понимаете? Так, какой там... Чади мапу. Блин, все так одинаково называются, конечно, у мапучи. Что мне совершенно не нравится.
Да, так тут у венгра-то еще меньше места, чем у меня. Представляете? Испания с предложением. У венгра еще меньше места. Пойду вниз, посмотрю, что там есть. Маяк, так, центр коммерции. Здесь я с монумента начну, потом строителя. Я могу предложение. Так, храм Артемиды, Петра. Декларация дружбы. Открытые границы. Больше торговых путей. Но это сейчас начнется героический век. Я смогу дешевле просто купить торговцев. Арапа, ты сможешь ко мне к венгру религию принести? Я даже не знаю, где ты находишься. Кстати, что там у... А, вот что еще? Если от Багдада направо идти, то очень быстро меня найдешь. А, ну я вижу границы. Ну смогу, но только чуть попозже, если... Так, ну я думаю, тут достаточно уже мы наотправляли. Давайте на золото отправлять. Ух ты, тут еще и руинки есть. А, два... Ну я... Поставлю, может, первый посол и отправлю в Женеву или в Лиссабон. Так, торговый путь, торговцы. Скоро у нас тут торговец будет. Ребят, я напомню только, что мы великих людей не пропускаем, так, на всякий случай. Великий торговец у меня скоро будет. Я предлагаю торговые пути ко мне, потому что явно, что араб, что венгр будут ко мне посылать. Я за. Ну, если Грузия с Польшей могут перебить в мою пользу, то почему... Да, я тоже думаю, что надо в испанцев пытаться перебить. Да, я тоже за испанцев. Я даже не знаю, где там ваш этот испанец. Ну, а мы не знаем, где Леша. Он испанец между Польшей и Грузией. Вот что самое опасное. А по поводу строительства? Я не знаю. Я там так рандомно бросил. Это центр коммерции. Разведчиком своим, который возле моего города пройти. Да, сейчас. Все-таки испанец прошел, да? Он самый. Тут опять... Испания, а, Люкс будет. Сам в себя 5 голосов бросил, понял. Чего? Ну, так он же и испанец, поэтому... Ну, да, все... да. Все, что было. Не я бросил голоса, нет, ты ошибаешься. Блин! А... Леш! Леша, ты увел этот великарнас? Блин, да. Точно. В один тот же ход. Ей.
Ну, смотрите, как клеточки красиво стали выглядеть. Ну и давайте тут заодно и колосс построим. Потому что не могу пока районы строить, пока до Семён не вырос. Разведчиков это тут в тему. Ну, я бы тут поставил, несмотря на тундру. Тут вот эти рыбацкие лодки вытянут. И тут еще один город можно будет основать, в принципе. Создать мечников, проложить торговый путь, нанять великого торговца. А, предложение. Так, давайте здесь, значит, ставим первый посол. А, тут, кстати, лояльность нужно убирать. Так. Женева и Лиссабон меня больше всего интересует. Кстати, акведук тут очень в тему будет. Давайте его в очередь поставим. И здесь рядом. Хотя нафига мне тут Мачу Пикчу? У меня город тут раз-два я обчелся. С другой стороны. Ой, блин, ураган. Гипс мне расфигачили. С кем-нибудь поторговать? А не с кем. Ну, Кумаси. Вот Кумаси крутой город. Ваши торговые пути к любому городу плюс две культуры и плюс одно золото за каждый специализированный район. В исходном месте. То есть, чем больше у вас районов в городах, тем больше вам культуры будут давать. Как видите, из встреченных у меня больше всех науки. Там к чади мапу армия варваров идет. Я вижу. Вернемся, апнем в луков, наверное. Так, возвращаем. Плюс 2 влияния. Кстати, я уже в союзах. Венгр, араб, вы как там? Еще нет. Я на следующий ход. Кто на следующий ход? А, нет, стоп, я уже в союзах. Я тебя уже кинул. Не заметил, когда до 10 выросло.
картографию откроем, да. Блин, мне нужны... К тебе вообще можно залезть. Рабочие. Все в этих утесах. Ко мне? Да. Надо покупать рабочих в Ульи Мапу. Я вижу, там одна клетка выше на Гмапу. Просто странное очень побережье такое, все в утесах. Он не может помещать, потому что тут холм. Женева хотела торговца и стал сюзереном Женевы. Плюс 15% к науке, если не ведешь войну ни с кем. Зашибись. А что, а Мехико какое задание мне давало? Ладно. О, Грузия. Привет. What you doing? И торговать с тобой нечем. Ну, чё за фигня? Так, в данном случае я Рейну прокачаю. Удваиваются бонусы за соседство. Сразу 8 науки, 10 науки, а? Хочу. Так, тут похоже не проплыть. Давайте мы вернемся этими галерами, чтобы апнуть их. Ой, блин, еще тут буря. Так, ну мне, собственно, испанца осталось встретить. При том, что я почти уже сделал кругосветку, странно, что я его не вижу. Мы прячемся. Ну вот, относительно Грузии, где он? Очень далеко. Он относительно меня... Относительно кого? Польши. Алексей, предложение. Так, я забываю покупать рабочих. А здесь купим с торговца. Кто? Наверное, стоит, строители получают на два действия больше поставить. Хотя, что у меня тут с чудесами? Два хода, шесть, три, пять. Может, все-таки на чудеса пока оставить. Соседство кампуса. Ну, у меня, блин, кампус там один. Мне бы соседство... Ладно, давайте место производства. Где у нас там соседство... О, вот это надо открывать. Что-то я немножко затупил.
Ремонтируем гипс. Покупаем еще строителей. Все еще за веру могу покупать. Ага, можем плавать по океанам. Может открыть селитру уже? Давайте. Что нам тут вообще еще нужно? Так, ученого вряд ли я получу. Феодализм мы открыли. Испанец, акведук. Это далеко до союзов. Вообще акведук я собираюсь строить. Ну, недалеко до всего, но я в них иду первым делом. Поляка тебе, сколько до союзов осталось? Три хода. Ну, у нас вон там между Гнезно и Поти могут караваны побегать нормально. Хорошо. Так. Смотрите, у меня тут все ускорено прям. Три религии, но я не думаю, что кто-то сможет победить религии, имея три религии в игре. О, дает бесплатный, увеличит количество доступных торговых путей на один. Зашибись, я этого использую просто. Здорово. На золото отправлю. Наконец-то правительственную площадь поставлю. После акведука. Так, тут надо вырубать наконец-то. Все это дело. Блин, что там народ уже заканчивает ходить? Я тут только начинаю, можно сказать. Ну, наконец-то, испанец. Так, надо этой каравеллой закончить кругосветку. Вон, морскую инфраструктуру принял. Колосс построен. Относится к столице? Нифига. Так, передаем. Вырубаем. Передаем обратно. А, вот где испанец. Ух ты, Торрес дель Пайна еще. Испанец, я тебе предложение кину. Торрес дель Пайна классное чудо в плане, что удваивает базовую продукцию всех соседних клеток. Видите, вот тут
Вместо одного производства и двух еды, 4 пищи и 2 производства. Так, давайте еще вот это вырубим. Бля, какой научный, экономический, культурный, что хоть. Я культурный заключил. Лови. Сухумская бухта. Что-то новенькое. Мы перекупили там фес. Немного снизили науки. Сейчас я возвращаю справедливость обратно. Испанец. Привет. Хотя я не уверен, что мы изучили письменность, чтобы общаться с кем-нибудь.
Я забыл карточку на плюс 100% поставить от коммерческих районов. Да, и эту, и морскую традицию надо открыть. Давайте лучше ее откроем, через три хода сразу на все поставим. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!